У Гомельскую область у рамках 1-го дня информования наведал старшиня Державного комитета по стандартизации Республики Беларусь Валентин Татарыцкий. У программе визиту шерах подведомостных предприемств у інших установ. Одна из них – Гомельский областный лицей, где створены учебно-практичный центр по энергосбережению, один у своем роде у республики. Тут наученцы не только отрымливают теоретичные веды, але и на практике спостигают науку экономии и бережливости. Центр уникальный еще и тем, что на его базе працует сонечная электростанция, которая позволяет упомниться у перевагах зеленой энергетики. У лаборатории отбылась встреча с лицеистами, которые планируют отрымливать адукацию и працевать в галине энергетики. У подарунок лицею гости передали сапраўдный раритет – керосиновую лямпу. Гэта іншыя навіны, інфармацыю о проектах телерадыокампаніі Гомеля вы можете знайсці на нашым сайте у інтернеце по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і до сустрэчы ў эфіры.